Всем привет, я Даша Кей, и сегодня будет видео о моем осеннем гардеробе, точнее об одежде, которую я решилась носить этой осенью, и она попала в мой каким-то странным образом гардероб. Сегодняшнее видео будет такое же теплое, как и этот чай. Я заварила зеленый чай, добавила немножко фейхоашки туда. Это мое любимое сочетание, еще можно добавить немного лимона или лайма. Можно и имбиря немного, ну такой микс. Уже середина осени, и я бы хотела показать то, что я ношу активно этой осенью. И это теплые вещи, если что. И одной из теплых вещей является это платье, которое сейчас на мне. Это мультиюзная вещь от бренда SL Ira. Я так понимаю, производная от имени Ира. По-моему, стало лучше, я не знаю, я сделала яркость чуть-чуть поменьше. Сама создательница бренда Ирина Слоневская. Видела, что она снималась в клипе Тимати. Занимается созданием такой вот приятной, уютной одежды. И вот это платье, почему оно мультиюзное, я люблю его использовать еще как свитер, потому что оно достаточно короткое, его можно носить либо с лосинами, либо, если это суперсексуальный лук, просто с ботфортами. Оно невероятно мягкое и теплое, потому что оно в большей своей степени состоит из шерсти альпаки, то есть это не совсем хлипкий шерстяной материал, есть акрил, который держит всю эту шерсть, я так понимаю. Очень тепло. Вот я сейчас сижу дома, и мне, в принципе, жарковато становится. Я постаралась оставить необычные, стильные и многослойные луки, которые запечатала свой стиль и отправила вам через камеру. Первый лук очень девчачий, я так хожу крайне редко, потому что я не одеваю чаще всего обувь на каблуке, но в первом луке я сочетала просто это платье и ботфорты. Эта обувь очень универсальная, от бренда HIIT, сайта Топ-Топ. Мне очень нравится обувь на этом сайте. Она всегда стильная, они из ткани, то есть полностью все идут как носок длинный. И на тоненьком сексуальном каблучке, который вытягивает образ в сторону этой женственности. Следующий образ получился очень красивым за счет его пудровости, спортивного костюма, также из шерсти от бренда SL Ira. Мне он очень нравится за его элегантность, он получается одновременно расслабленным за счет кроссовок и сдержанным за счет того, что это шерсть. В дополнение к этому теплому костюму идет пальто. Пальто очень универсальное, также клетка, я его ношу уже не один сезон, это фирма Sportmax. Очень приятное пальто, которое подходит также подо все. Не особо многослойный, легкий образ, просто надели спортивный костюм и пошли по своим делам. Это очень просто, здорово и, мне кажется, получилось очень стильно. На эту юбку я бы не обратила никакого внимания, если бы на ней не было пояса. Очень здорово они сочетаются с клетчатой юбкой. Бежевый пояс, как будто бы это часть, какой-то кусок ткани от плаща, шел вместе с этой клетчатой юбкой. Клетка вообще, по идее, тренд сезона. И в дополнение с этим поясом, по-моему, это смотрится супер стильно, и мне показалось, что мне эта вещь нужна, потому что этот пояс я буду сочетать с другими, со своими платьями, с другими любыми другими вещами, он будет классно сочетаться, и я его просто буду иногда красть от этой юбки и сочетать с чем-то другим. Эта юбка очень простая, классно, что ботфорты заходят прямо под юбку, и это зрительно удлиняет ногу, не делая несколько секций в теле, то есть эти ботфорты идеальны для того, чтобы носить их с длинными юбками. Также в этом луке вы могли увидеть клатч или портфель, который используется для ноутбука. Это бренд
бренд Лера Нена. Лера делает всегда такие классные, качественные вещи. Они стоят своих денег. Однозначно, единственное, что я прогадала, мой ноутбук сюда не залазит. Это для мини-ноутбука, и я думала, что он по параметрам подойдет, но совсем не учла то, что он чуть-чуть меньше будет, чем его длина. Но, конечно, в своих мечтах я там носила ноутбук, потому что это идеальная сумка для ноутбука. Она простая, без спортивного подтекста, какие идут сейчас часто сумки для ноутов, какие-то спортивные, они не подходят ни к одному твоему луку. Минималистичная кожа. Необработанные края, смотрится стильно. Портфель из натуральной кожи, добротная застежка. Внутри есть еще один отсек под мелочи, замок и плотная ручка, обработанная и прошитая. Вот такой вот классный аксессуар. Все время обращаю внимание на сумочки, которые представлены на сайте Топ-Топ. Они потому что прям вот пробирают до глубины души, хочется купить их все. Как бы... Чисто теоретически он должен сюда войти, да, ну вы понимаете. Также будет хорошо сочетаться с ремнем, поэтому я его внедрила в этот лук. Следующий образ очень спортивный, я в нем использовала как акцентную вязаную кофту-свитер голубого, небесно-голубого цвета. Сзади на спине у него... есть такая перемычка, а вообще он спускается по плечам, и у него как бы открытая спина. Очень красиво смотрится, когда используются простые вещи, например, как обычные широкие брюки хлопковые. Вы не представляете, где я их купила. Это Zara Home, то есть это домашние штаны на завязках. Ну, мне нравится то, что у них также не обработаны нижние края, точнее, они обработаны, но... просто оверложенные, то есть нету никаких подгибок. И, конечно, не самая лучшая вещь – это кроссовки с сайта ASOS. Они уже такие грязненькие. Я их надевала, наверное, раз 6, может быть. Но они уже заморались все, как бы, ну, это логично, это белые кроссовки. И в них невероятно неудобно ходить. У них подошва совершенно не сгибается, и я просто не знаю. Ну, типа, это мое разочарование, потому что эти кроссовки, я на них рассчитывала, потому что они сейчас модные такой формы, с массивной подошвой. И я думала, что в них будет хоть как-то реально ходить, с чем-то сочетать, но эти кроссовки чисто для фотографии. Я оставлю на все вещи ссылки, которые могу найти. Также не забывайте переходить вниз и смотреть, потому что я даю еще промокоды на скидку. После такого спортивного и спокойного лука я вам хочу показать немного бомжатский лук. Мне он очень нравится. Я не знаю, как это объяснить. Это любовь к оверсайзу, но она есть. Я решила сочетать легкое струящееся платье с журавлями. Это бренд Top 20 Studio, он выпускает 20 новинок в месяц, по-моему. И, кстати, бренд SLIRA тоже занимается фаст-фэшеном. То есть от разработки до публикации вещей и их продажи проходит примерно 7 дней. Этим хорош фаст-фэшн, то что вы получаете вещь быстро, и она стильная еще пока не вышла из моды. Я решила поиграть на текстурах и сочетала легкое струящееся платье с журавлями со свитером-платьем бордовым, также из шерсти. Оно добавило дополнительного тепла и хорошо обыграло этот образ. Этот лук получился самым многослойным, потому что сверху я надела еще пуховик. Этот пуховик из H&M, из мужского отдела, и он был бы совсем простым. Кстати, я его украла у своего друга ненадолго, я его верну, ничего страшного, скоро это случится. Мне очень понравился, я бы себе такой же бы приобрела, но просто... будет некрасиво, наверное, если сделать точно так же. Он был бы очень простым, без маленьких деталей. Этот лук стал более индивидуальным и запоминающимся за счет брелка, который прицеплен к молнии. Хотя пуховик обычный, совершенный, из H&M. В этом образе участвовала также очень качественная обувь от Lera Nena. Это полностью кожа. Осень с двумя молниями. Можно даже не застегивать совсем. Я застегиваю либо не до конца, либо не застегиваю совсем, чтобы он получился более такой гранжевый, расслабленный. Сразу же люди обращают внимание на обувь.
поэтому она должна быть качественной. Такие ботинки я давно искала, очень универсальные. Их берешь и надеваешь под все, что угодно, будь то джинсы, будь то юбка. Еще больше сдержанности в этом платье вязаном. Его следует надевать на какие-то мероприятия, не просто пойти гулять с собакой. И тут я решила добавить тот самый пояс, который был на юбке. И платье стало совершенно другим, оно заиграло новыми красками, но лично для меня оно стало не простым, не базовым, хоть коим оно и является, то есть это платье подходит абсолютно под все, что угодно. Сразу же пояс добавил индивидуальности. И можно сказать, что это был немножечко бежевый total look, правда, там были колготки. Ну, как бы можно было пойти вообще без колготок, в зависимости от погоды. Бежевые total look добавляют какой-то грациозности, ты сразу же чувствуешь себя не серой молью. Особенно хорошо смотрится это на брюнетках. Мне очень нравится, как у меня сразу же горят волосы огнем, кожа тоже оттеняется из-за того, что это более светлые цвета, чем она. Моя оливка. Теплое осеннее платье вы можете найти в магазине SL Ira, а все аксессуары и обувь, которую я показывала, в магазине Top Top. Ниже я оставлю свои промокоды на скидку, если кому-то что-то понравилось. Я буду рада, если вы об этом напишите в комментариях. С вами была Дарья Кей. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих видео.